Фестиваля, посвященного вольной социально-культурной активности молодежного музыкального клуба в этих стенах ДК имени Серго Орджоникидзе, который совсем скоро, 4 ноября, празднует свое 70-летие. Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры Нижнего Новгорода и Ресурсного центра «Культурный район». И этим фестивалем мы напоминаем о славных страницах ДК и ММК. Я уже говорила о том, что фестиваль наш посвящен теме преемственности и традиций.
Поэтому со мной рядом стоит моя соведущая, моя ученица, студентка Нижегородской государственной консерватории имени Глинки Софья Калякина. Поприветствуем. Сейчас будут выступать наши гости из Екатеринбурга. Квартет современного джаза под руководством трубача Сергея Проня. Сергей Пронь – заслуженный артист России, лауреат международных джазовых фестивалей, член Международной гильдии трубачей, композитор и педагог. И опять о преемственности. На джазовых фестивалях ММК всегда наряду с традицией звучала современная джазовая музыка. Квартет Сергея Проня выступал на фестивале «Джаз России» в 2007 году. Этот квартет как раз исполняет очень интересный современный джаз. И многие, кто сидит в этом зале, наверняка помнят тот концерт, на котором мы впервые познакомились с этими замечательными музыкантами. Сегодня мы вновь слушаем участников нашего фестиваля из Екатеринбурга. Квартет исполняет авторские композиции, в которых отражается наша жизнь. В музыкальных образах, которые рисуют наши гости, вы узнаете время, в котором мы жили и в котором живем. И мы вместе с музыкантами по этому времени попутешествуем. Что можно сказать о стиле исполняемой музыки? Это сплетение, сплав американского джаза, славянского музыкального менталитета, европейского музицирования и классических подходов. Здесь и житейская мудрость, и серьезность, и музыкальные шутки. Предлагаем вам настроиться на музыкальные впечатления, которыми будут делиться с нами участники Екатеринбургского квартета. Я их вам представлю. За клавишами Илья Макаров. Бас – Александр Доброславин, ударный Юрий Ковалевский, труба Сергей Пронь. Встречайте квартет! Позволю не включать этот микрофон, чтобы не отвлекал. Дорогие дамы и господа, мы очень рады, что вы пришли сегодня на этот концерт, потому что, когда я смотрю на вас со сцены в зал, вы прекрасны. И вы знаете, так обычно бывает, что взаимодействие между играющими и слушателями упраздняет границы, потому что мы все в активном процессе. Мы говорим о жизни, которая вокруг нас. В какие-то 80-е, 70-е годы мы пытались догнать кого-то, перегнать. Но, как практика показала, что это не очень было естественно. И физики лирики 60-х годов, которые выражали свои свободные мысли по поводу окружающей жизни, занимались джазом как источником откровения. И поэтому сегодня мы будем делать то, что будет только сегодня и больше никогда. Потому что импровизация – это онлайн, как это модно говорить. И в этом онлайне мы проживаем жизнь в том моменте, который нам дан. Именно сейчас, а не когда-то завтра, какие-то планы на будущее, которые, к сожалению, не всегда сбываются. Умение проживать жизнь именно в тот момент – это очень важно. И программа, которая сегодня будет звучать, будет авторская. И за 32 года существования этого коллектива
мы прошли через толщу времени, взглядов, идей, мыслей. Но музыка – это такая вещь, которая позволяет нам говорить от своего собственного имени. Мы благодарим судьбу за это. То, что будет сегодня, не будет больше никогда. Это наша стратегия, это наш риск, и это наше счастье. И когда я приехал на Урал в 89 году из города Саратова, мне сказали, у нас есть на Урале такая Швейцария уральская. Я был в Альпах до этого, еще в начале 80-х, в Европе, видел красоту этого всего. И когда мы поехали на первый концерт в горную местность, где действительно были спуски, горы, я увидел реку, озеро, садящееся солнце, и видел моросящий дождь. Это было просто невозможно. И родилась композиция, которая называется «Колыбельные дожди». С нее мы и начнем. Thank you.
Хорошие аплодисменты. Знаете, сегодня, мне кажется, такой вечер понимания. Это очень здорово. Это важно в нашей современной жизни. Сейчас мы хотим сыграть композицию, которая была записана в альбоме 2007 года, который называется «Вальс механической куклы». И там такая маленькая история, что есть, кстати, такой балет Капелли «Уделиба», где говорится о том, что автор создал куклу механическую и задал ей траектории движения, запрограммированные. И она выполняла это движение, но в какой-то момент кукла обрела душу и захотела двигаться не по тем траекториям, которые задумал автор, а по собственным. И она двигалась согласно этому. Это написал Дмитрий Ухов, такой аннотацию к моему альбому почему-то, о том, что я сейчас сказал. Дмитрий Ухов — это известный председатель Ассоциации джазовых журналистов Москвы. Но у каждого свое восприятие. И вообще называется пьеса «Вальс механической куклы». И альбом так и назывался — «Вальс механической куклы». Это желание выйти из тех траекторий, которые нам навязывают, и двигаться по своим траекториям, которые нам даны при рождении.
Илья Макаров, Александр Доброславин, Юрий Ковалевский. И вот неожиданно родилась пьеса, которая возникла в сознании о том, что женщина — это же здорово. Да. Женщина – это то, что помогает людям в жизни. Простите. И, ну, это всего лишь мой частный взгляд, возможно, в виде написания темы. Но когда мы вместе играем, это могут быть разные взгляды. Как в нормальной семье поругались, потом подрались, потом заплакали и обнялись. Но тема называется странно, хотя очень просто. Василиса.
Юрий Ковалевский, Александр Доброславин, Илья Макаров. Это отвлекает. А теперь прозвучит пьеса, наверное, под названием «Day» – «День». Дело в том, что иногда я говорю о том, что то, что жизнь нас окружает, она состоит из множественных ситуаций, из которых надо выходить, множество комбинаций запутанных. Одни говорят, вот ты делай так, как я говорю, и у тебя все получится. Но не всегда так получается. Это... Может, слышали такой Садхгуру, такой индийский проповедник, и многие другие. И день движется независимо сам по себе. И время, в котором стрелки бегут, на самом деле, наверное, это та жизнь, которая постепенно уходит. И ощущение текущего момента в каждый день, наверное, очень важная вещь. И пьеса под названием «Day» говорит о мегаполисе, где все слишком быстро движется, мы не успеваем зафиксировать тенденции, которые быстро изменяются, правила и указания и прочее. А каждый из нас имеет собственный биоритм, и в этом биоритме, как бы не хотелось ему сопоставлять себя с какой-то системой, все-таки собственный биоритм. Потому что каждый человек – это великая вселенная. И пьеса «Day» – это пьеса, ну, примерно об этом. О городе, где суета и дефицит тишины.
Thank you.
Александр Доброславин. Друзья, мы с вами совпали. Правильно? Потому что смысл нашего взаимодействия не в том, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Нет. Нет. А в том, что мы прекрасны, и это факт. Правильно? В 2007 году, когда мы приезжали сюда, и меня встречал Вячеслав Уланов, он был молодой, красивый парень с усами, я помню. Ну, с палочкой ходил, ладно. Его тяга к жизни была замечательна. Тяга к жизни. Откуда она, неизвестно. Из глубины. И это было замечательно. Он оплодотворял, простите, своими идеями замечательными, своей доброй душой, все вокруг. И мы играли концерт, и потом был джем-сейшн в кинотеатре. Не помнишь, Олег? А, не помнишь. Ты был маленький еще. Ну ладно. И пришли люди, которым было по 16-20 лет, кинотеатр. Они слушали джаз. Это был 2007 год. И они слушали не джаз, они слушали музыку, которую кто-то называет джаз. И они так ее слушали, что нам так хотелось играть. И они так слушали, а нам еще лучше хотелось играть. Они еще лучше слушали, и мы еще лучше играли. Это было замечательно. Я никогда не видел, чтобы люди, которые, может быть, не все знают в жизни, начиная свой путь, среагировали на какую-то нормальную ситуацию. Это было замечательно. Это память. Память у нас есть и о Вячеславе, о котором я сказал. И именно он нас встретил, и сразу из него вылилось, как у Луи Армстронга. Луи Армстронг – великий хроноп. Хроноп – это экстраверт высшей степени. Все, что на душе, все вам, дорогие мои. Он был благодарен судьбе за многие вещи. Не будем про это. Просто в то время с нами играл контрабасист Аркадий, его звали. И у него мама прожила 98 лет. И Аркадий со мной играл в квартете как минимум 25 лет. Потом как-то случилось так, что он ушел от нас. А перед тем, как уйти, он меня просил однажды,
и сказал в поезде: «Сергей, напиши для меня какую-то пьесу, где контрабас, он играл не на бас-гитаре, а на контрабасе, где будет мелодия, исходящая из контрабаса, тема». Я ему сказал: «Хорошо, Аркаша». Ну и как-то так получилось, что я вовремя этого не сделал. И когда он ушел, я это сделал. И, честно признаюсь, меня преследовала эта тема. Это не я написал. Это все, что хорошее делается, это оттуда, ребята. Никак по-другому. Мы не должны присваивать себе какие-то вещи такие великие. Нет. И родилась тема, которая называется «Кана», потому что Аркадия, у него было прозвище «Кана». И, к сожалению, она прозвучала после того, как он ушел. И мне часто по ночам снятся сны. Итак, пьеса «Кана», которую сыграет Саша Набраславин на контрабасе. Память о не только Аркадии, а и очень многих людей, которые, к сожалению, сделали яркий след жизни, возможно, вовремя ушли. Ну, бывает так надо, вовремя уйти. Итак, баллада «Кана».
Время, которое у нас есть, очень ценно. И музыка – временное искусство. Я сегодня сказал в одном интервью телеканалам, что однажды я был в Антверпене, в музее Рубенса. И картины, которые он написал, они остались без изменения с того времени. А музыка – это то, что… Оп! Это уже прошлое. Оп, это уже прошлое. И мы сравниваем прошлое, чувство времени. Часы тикают, тикают и тикают, тикают. Наша жизнь постепенно идет. И в этом плане есть такая тема, которая написана в начале 90-х. Когда менялись общественно-политические формации, мозги и прочее, тема называется «Fast Vals». И это, по моему субъективному мнению, тогда была надежда на будущее. И в заключение нашего концерта мы хотели сыграть эту пьесу. Я хочу еще раз представить вам артистов, которые сегодня откровенничали. Мы с вами вместе откровенничали. Не мы с вами, а вы с нами, и мы с вами. Мы одно целое, правильно?
Илья Макаров. Александр Доброславин. Юрий Ковалевский. И Очкарик. Итак, надежда на будущее под названием «Фаст вальс». Начало 90-х годов. Thank you.
Дорогие друзья, ваши аплодисменты гостям из Екатеринбурга. Квартет современного джаза Сергея Проня. Я не имею отношения к квартету, но меня позвали. Девочка моя хорошая. Еще раз. Девочка моя хорошая. О. Дорогие друзья, как это сказал Сергей Пронь, Улановский фестиваль «Оп!» и уже в прошлом. Я вам напомню, что этот фестиваль организован социокультурным центром Федерации при поддержке городского департамента культуры и ресурсного центра «Культурный район». У нас есть спонсоры «Центр Приоритет», застройщики группы компаний ННДК в лице депутата городской думы Михаила Сергеевича Иванова. Я вам напомню, что перед вами выступали биг-бенд Михаила Петропавловского «Нижний Новгород», вокалистка из Краснодара Ирина Бабичева, квартет Сергея Проня из Екатеринбурга. Еще раз, пожалуйста, еще раз. Дорогие мальчики и девочки, потому что мальчиками остаются навсегда, а девочки на всю жизнь. И вот, вот эта замечательная девочка, которая стоит, ну замечательно, ну поаплодируйте, она же, ну просто. Вот бывает, волна идет, и ты что-то вопреки ей движешься. Мальчики и девочки, желаем вам, чтобы вы не болели и друг к другу относились нормально. Каждый имеет свое пространство, и каждый по-своему чудак. Да? А может нет? Ну, относитесь к этому нормально. Мы вас любим. Всего вам доброго. Спасибо и вам. Таким чутким, так хорошо наслушанным. Спасибо вам за ваши аплодисменты. Спасибо, что вы пришли. Мы ждем вас на следующем Улановском фестивале. Мы верим, что он состоится. Мы ждем вас всегда. До свидания.